Всем привет! Меня зовут Вера, и вы на канале Вера Нитин подкаст. Сегодня у нас с вами последнее видео в рамках игры «Вязание на выбывание», четвертый сезон. Этот этап у нас назывался «Унылая пора очарования», и я приглашаю вас посмотреть последний раз всех участников данного сезона. Мне немножко грустно, что игра заканчивается, но с другой стороны я, конечно, рада, потому что я уже устала, у всего должен быть финал. Я надеюсь, что этот финал у нас счастливый, что все участники дошли до этого этапа. Я, конечно, пока еще не знаю, но самой очень интересно. Прежде чем мы перейдем к последнему этапу, давайте поговорим о третьем. Третий у нас назывался... Из рук в руки. Я посмотрела, я уже забыла. И перво-наперво я бы хотела поблагодарить вас за такой теплый прием моей работы. Я, честно говоря, вообще не ожидала. Я пригласила вас в совместник, да, я думала, ну, может, парочку человек свяжет вместе со мной еще одни митинги. Но я просто получила столько от вас и комментариев, и вопросов, и запросов на участие в этом совместнике, что я просто вообще... Я была и рада, и в то же время мне стало страшно, что, ну, вдруг вы ожидаете чего-то не того, что я предложила. Но, как я вам обещала, что под этим видео будет ссылка на телеграм-канал группы совместного вязания, бесплатной, мы вяжем эти митинги по описанию автора, с изменениями, которые я сделала, и у меня есть несколько идей, как сделать разные размеры, да, потому что руки у нас у всех разные, поэтому проходите под видео, ссылка, ой, кнопочка «Еще». Я также оставлю ссылку в закрепленном комментарии, и будет у нас, как это, пост в сообществе YouTube. В общем, я думаю, что вы эту группу не потеряете. Заходите, присоединяйтесь, она будет бессрочная. И, наверное, пока я вяжу вторые митинги, я запишу видео. Но я не обещаю, что видео выйдет там через неделю, через сколько-то. Мне еще самой надо связать, да, и смонтировать. Поэтому, кто не хочет вязать по какому-то словесному описанию, вы можете дождаться видео. Вот. Ну, в общем, я в любом случае вас благодарю за такой теплый прием. Мне было просто жутко приятно. И, наверное, небольшое дополнение скажу, что многие меня спрашивали про шапку из второго этапа. Я уже выпустила видео, такой краткий мастер-класс разговорный, да, потому что шапку-то я уже связала. Если вы посмотрите, мастер-класс прям коротенький, там буквально на 6 минут, наверное, вы моментально поймете, как ее связать. Поэтому здесь вот оставлю ссылку на видео по шапке. Ссылка на митинги будет под видео. А теперь давайте приступим к итогам. Я уже объявляла, да, что третий этап я буду оценивать в плане интересной, необычной какой-то такой работы. И первое место. Давайте начнем с него. Первое место я отдала Алле. Алла связала сумку для этапа «Из рук в руки». Очень интересно, во-первых, сама сумка. Во-вторых, идеи, которые она, ну, аргументировала, да. Мы сумку перекладываем из рук в руки, и мне очень это понравилось. Действительно, такой необычный подход. Я не могла это не оценить, но и само изделие мне тоже очень понравилось. Я даже не знала, что так сумку можно связать. Она, по-моему, оставляла ссылку на...
откуда она это взяла, или картинку, или что-то. В общем, заглядывайте тоже к ней под видео, если вы еще не смотрели. Сумка мне очень понравилась. Второе место я отдала Наташе с канала «Рукоделие наслаждения». И у нее были варежки, которые... Сама необычность этой идеи для меня... Во-первых, ну, я знаю, что это необычные пряжи. Она там говорила состав. Я, честно говоря, не помню. Я знаю, что там пряжа Машам. Кстати, ну, я дарила эту пряжу. Это никак не связано, что я ей дала второе место. Просто очень необычная пряжа, состав необычный. Я, наверное, единственный удачный человек, который трогал эту пряжу. Она действительно очень такая и мягкая, и, ну, нельзя ее с чем-то сравнить, как по мне. Но для меня еще сама необычность в идее, которая была за этими вроде бы обычными варежками, да. Идея в том, что она их посвятила своему папе, который буквально вот на днях, к сожалению, отошел в другой мир. Во-первых, Наташа нашла в себе силы продолжить, в том числе и выпускать развлекательный контент. Она, конечно, не может поехать сейчас к своим родителям, поддержать их в это трудное время. И вот таким образом она... Слушайте, я вот сейчас говорю, у меня даже сейчас слезы на глазах. Она посвятила время своему папе. И для меня это было очень трогательно. Я, знаете, сколько проревела после ее видео, потому что, ну, для меня это тоже щепетильная тема. Если вы когда-то там предыдущие видео смотрели, вы знаете, что я сейчас вяжу шарф в память о своей маме. О своем папе я никогда ничего в память не вязала, но он никогда не носил ничего вязаного. У меня другие с ним ассоциации. Вот. Но вообще вот эта вот идея мне очень понравилась. Наташа вывязала цвета флага на своих варежках, и, ну, вообще-то уже идеи интересные, да, кто-то вот, она из Украины, кто-то, не знаю, из России, из Канады, откуда угодно, и вот такая простая полосочка, да, интересно смотрится. Я видела под ее видео неприятные комментарии о том, что она продвигает там тему Украины или что-то такое. Знаете, мне вообще очень-очень неприятно читать такое. Мы не выбираем родителей, и мы не выбираем страну, в которой мы родились. Это нам дано, да? Но мы выбираем, кем мы можем стать. И когда мы выбираем становиться грубыми людьми, это очень, очень странно. Надо быть терпимее друг к другу. Вот, в общем, Наташа очень интересную, щепетильную такую тему подняла, которую я не могла не отметить. И третье место я отдала Ане. У нее были очень тоже необычные идеи. Такие мама-ребенок варежки, когда ребенок вкладывает ручку в варежку мамы, и они идут вместе не просто варежка к варежке, а именно рука к руке. Необычная форма. Ну, конечно, я видела вообще идеи таких варежек уже, но Аня как-то она свою придумала. Ну и вообще идея очень необычная. Из всех нас что-то такое тоже вот. Никто до этого не додумался. В общем, в любом случае, все девочки молодцы. Если бы я оценила по другому критерию, может быть, кто-то другой выиграл. Мне все понравились. И перчатки, которые были. Мне очень понравились, кстати, детские перчатки. И у Оли, и у Вали. Они такие вообще милые, просто до невозможности. В общем, все молодцы. Сложно, всегда сложно давать оценку местам, но... Что поделать, мест всего 3, а нас... Сколько нас? 10, 11? В общем. Да. Так, с третьим этапом мы разобрались. Но давайте мы теперь... Я вам напомню, за что мы тут все боремся, за что у нас игра. И мы боремся, блогеры, за призы наших спонсоров. У нас классные спонсоры. У нас, давайте я их вам перечислю в последний раз. И обязательно проходите в их магазины. Там столько интересной пряжи, в том числе можно выбрать и на подарки на Новый год своим вязальным подружкам. В общем, у нас спонсоры Горчица, Mustard Yarn, Вязомания Shop, магазин Аурики
пряжа ручного украшения – модное хобби. Amazing Wool – магазин в Голландии, или Про клубочки – магазин в России. Knitmarker – это маркер ручной работы. Абельнит Воле, магазин в Германии, там и бобинные пряжи, и пряжи ручной работы, тоже очень интересные артикулы. Потом у нас есть, сейчас я вспомню сама, Woolright, он также есть магазин в Германии и магазин в России. По-моему, все. Да, все магазины, я ничего не забыла. И у нас также есть три спонсора описаний. Это Паня Маркевич, Яна Маркевич, Ната Фокси и магазин группа совместного вязания A&O, совместное вязание. Это группа Оли и Аурики. Спасибо, спонсоры, вам огромное. Мы уже все в предвкушении. Последний этап сделан. Кто же какой приз получит, нам всем очень интересно. Ну, а вы, зрители, вы тоже можете участвовать двумя способами. Первый, вы можете выбрать победителя, приз зрительских симпатий. Мы выкладываем свои работы в понедельник обычно. И вы ставите лайки, сердечки или в телеграм-канале, или в группе в инстаграме, можете и там, это никто не запрещает. Ссылки на эти группы будут под видео. И в конце игры, а конкретно в среду, какое это число, я не помню, потому что я не помню, какое сегодня число, в общем, остановится игра, и Оля подсчитает все-все-все лайки у каждого участника, и таким образом определится победитель зрительских симпатий. Это невероятно приятная номинация, поэтому обязательно голосуйте за понравившуюся вам работу, за несколько, тоже вас в этом никто не ограничивает. И второй способ, как вы можете поучаствовать, это выкладывать свои работы с хэштегом VNV_4 в Инстаграм или в Телеграм в нашей группе под постом с заданием. Выкладывайте туда свою работу, можете там кратко что-то описать по ней, и мы будем смотреть. С четвертым этапом поспешите, потому что, как я сказала, в среду у нас уже остановится игра, и, скорее всего, в среду же мы попробуем, ну, кто сможет, выпустить видео с итогами. И в том числе мы скажем, какого зрителя мы выберем. Но я не уверена конкретно, что каждый из нас выпустит видео. Может быть, это будет пост. Как-то так. Ну, в общем, игра уже подходит к своему финалу. Активизируйтесь, выпускайте все, что вы хотите выпустить. И мы обязательно, чтобы вас успели увидеть. Так, вроде я все объявления сделала. Да? Да. Четвертый этап. Давайте, наверное, посмотрим сначала кусочки, которые я записала на неделе, и вернемся сюда, и я вам покажу готовую работу. Девочки, всем привет! Сейчас у нас среда, вечер, и я только приступаю к своему процессу. Я решила выступить к вам лицом в кадре, все рассказать и показать начало процесса. Наверное, у меня будет всего одно вот это включение, да, и финальное, если я успею, я не знаю. В общем, у меня очень долго не было идеи для этого этапа. Никак у меня не получалось что-то такое выдумать. Сначала я думала, что я буду вязать брелки в подарок, брелок, что-то типа желуди или грибочка, но мне, честно говоря, не хотелось ковыряться с таким маленьким изделием. Не знаю, не хотелось просто. Потом я родила вторую идею, это связать чехол на подушку. Я смотала пряжу в огромное количество нитей, но и даже связала образец, пряжа показала, что она не будет использоваться в проекте. Нижнюю часть я связала в 10 нитей, и получилось очень тонко, а верхнюю в 15. Вот, сейчас можете посмотреть. Образец я только оставила для того, чтобы показать вам. Он
вот, жутко косит, я думаю, вы видите, даже не разложенным на столе. Он уходит прям под 45 градусов, испортил мне всю идею, естественно. И, ну, я не буду вязать из такой пряжи. Это меня парализовало буквально, не знаю, на день точно. Потому что я думала, что именно эта пряжа будет участвовать как наволочка на подушку. А потом связала другой образец. И, ну, сейчас покажу так кратенько. Я просто его смотрела, во сколько нити вязать, как пряжа вообще, сочетание смотрится. И я даже начала вязать подушку. Это вот твид Килкара. Это какой-то, я не знаю, даже акрил, не акрил. Вот эту, по-моему, полушерсть Семеновская. Или какая-то такая Лидия. Тоже не помню, это тоже Килкар твид. Это пряжа носочная, которую я прила. Ну, в общем, я просто связала образец, чтобы посмотреть, отличается ли плотность в разных нитях. Она отличается. И по цветам посмотрела. Сама идея хорошая, связать подушку, мне нравится. Но я начала вязать, и как-то не горит. Не знаю, вот прям не горит, и все. Нет такого желания у меня сейчас вязать эту наволочку. И, в общем, я так сидела еще в прокрастинации в понедельник. Как вчера меня подтолкнула на мысли Оля с канала «Северное вязание». У нас в чате есть чат по игре, да. И, знаете, я просто хочу вам показать развитие своих мыслей. Оля написала, что она сидит и придет. Она купила себе прялку и учится прясть. По-моему, она там фотографию, что ли, выложила. И вот у меня мысли так вообще скачут, типа, о, прялка, да, это же так классно. Равно арт-пряжа. У меня сразу вот такая, типа, о, классно, там арт-пряжу можно делать. И тут Света, наша Света Ларсен, ей, ну, отвечает какое-то такое сообщение, типа, прикольно, у тебя там все получается. Незначительное вообще, не имеет по смыслу никак это сообщение. Но у меня взгляд падает на имя Света. Я вспоминаю, что у нее есть ткацкий станок маленький. Ну, точнее, я его никогда не видела, я думаю, что он маленький. И тут у меня просто, знаете, такой фейерверк в голове, что на ткацком станке с арт-пряжей, с прялки можно сделать очень классное панно на стену. Но у меня нету ткацкого станка. И как раз я эти ткацкие станочки маленькие, или я даже не знаю, какие-то вилки там или что-то такое, видела на фестивале. Я ходила на пряжный фестиваль у нас здесь в городе в субботу. И я так еще подумала, почему я не купила, но я даже не знаю, сколько они стоят. Но просто мне так, знаете, все это завертелось, я думаю, как было бы классно сделать, но я понимаю, что только в доме мне сейчас еще ткацкого станка не хватало. И, знаете, понеслось, я как-то заглянула на Pinterest и, в общем, моментально нашла идею, которая мне нравится, и это будет макраме. Это не будет сотканное панно, но будет макраме. Оно мне тоже очень понравилось, и я буду его делать. Я очень долго не могла определиться с цветом, потому что я конкретно не знала, куда мне его повесить. Если в зал, то он такой там в желтом цвета охры подойдет, но или зеленый сюда тоже подойдет, потому что у меня вот здесь вот, наверное, вам поверну, у меня вот здесь висит мох, я делала и думала, может быть, рядом с ним или соединить как-то вот с цветом охры зале. В общем, долго я так тоже металась. Призвала на помощь свою подругу-архитектора, которая, у нее очень хорошая визуализация, она может не только, знаете, в интерьере, там как-то и в одежде, и во всем, она хорошо как бы видит общую концепцию. Но я остановилась немножко на другой комнате, потому что я обещала ее закончить к Новому году. Что когда к нам приедут гости, она будет готова. Поэтому цвет я выбрала вот такой. Это оливковый цвет. Все, он в упаковке вам отблескивает. Покажу. Вот такой цвет. В общем-то, я уже начала делать. Сзади меня вы видите
небольшую установку своими руками. Это мольберт для рисования детский из Икеи. И наверху просто прищепки. Вот, я уже начала делать, плету эти веревочки. Слушайте, вообще мне так нравится сейчас. Я понятия не имею, сколько времени это займет, насколько трудоемкий это процесс или нет. Только начала, но мне уже кажется, что, девочки, это не последняя моя работа. И мы точно еще на моем канале увидим макраме. Так, ну а я, наверное, может быть, еще сделаю какие-то подсъемы. Если нет, то увидимся с вами в итоговом видео. Но пока мне очень-очень нравится. Так, ну вот моя готовая работа. Она не очень транспортабельная, честно говоря. Будут хорошие фотографии потом, после видео. Почему не транспортабельная? Я не хотела приклеивать листик бумаги сзади. Я видела мастер-классы, где так делают. Мне не хочется. Мне несложно расчесать эти волоски периодически. Но когда она висит на стене, то этого не требуется, да, только один раз надо все это пригладить, положить правильно и смотрится хорошо. Вот, но сейчас, как я сказала, да, нет, топорщится в разные стороны, я сделаю хорошую фотографию, также, наверное, возможно, сделаю таймлапс, как мы это все дело устанавливали. Наверное, вы будете, точнее, я буду первым блогером, который показал свой туалет в видео. Но я именно для этой комнаты и делала украшения. И я очень рада, что я совместила игру и убрала то задание, которое очень давно уже висит над моей головой. Это что-то придумать в туалет и доделать его уже до конца. Раньше там были просто белые стены, было не очень красиво. Но вот полочки, эти наклейки и панно, мне кажется, все хорошо смотрится. Thank you.
Я это делала, вдохновившись мастер-классом и по мастер-классу одной девушки. Она то ли китаянка, то ли кореянка, не знаю. Но видео у нее просто шикарное. Я оставлю ссылку на ее канал. Обязательно взгляните, вдохновитесь, потому что там столько всего красивого. Не обязательно знать там, китайский язык, не английский, чтобы связать по ее мастер-классам, потому что на видео все понятно. Она вообще их делает с музыкой, просто подписывает материалы, что это такое. Мне все очень-очень понравилось. Я после этой работы сразу же захотела еще что-то сплести. Возможно, в гостевую комнату на втором этаже, какое-то такое даже большое панно. Но я, наверное, избегу вот этих вот хвостиков, потому что это очень-очень много времени занимает. Вот каждую... Ну, обрез нити, да, его надо распустить, он из трех нитей состоит, и уже его потом начесывать. Ну, то есть это очень достаточно много времени на это уходит, а вот именно плести вот эти вот колоски мне очень понравилось. Поэтому, скорее всего, это не последняя работа на моем канале, мы еще увидим макраме, мне очень-очень понравилось, мне кажется, смотрится... достаточно стильно и современно. Здесь я зеленый цвет выбирала для комнаты, естественно. В следующий раз, наверное, возьму какой-нибудь молочный, что-то типа такого. И тема листиков как раз передается хорошо в нашей осенней игре, но это не то чтобы специально. Мне действительно понравился этот мастер-класс, и я подумала, что листья будут достаточно просто. Это не самое простое. Наверное, положу обратно. Кстати, она там показывает инструменты, которых у меня нету. Такие какие-то щетки она ими начесывала. Я сначала попыталась расческой гребешком. Ничего не получилось толком. И потом я использовала вот такую щетку. Это для собаки. Она у нас уже списана со счетов несколько лет. Она, по-моему, здесь были такие защитные штучки, по-моему. И они уже отвалились. Ну, в общем, тут уже иголки помялись некоторые. И да, она лежит, мы ее не чешем, но мне было всегда жалко ее выкидывать. Она прикольная, потому что тут можно нажать на кнопку, и волосы падают с щетки. В общем, хорошо подходит для макраме. И второй момент, наверное, который вот я сделала по-другому, чем в видео, там... Для листиков она показывает, что надо отрезать 20 сантиметров нити, ну и там потом его завязываешь. Но я посмотрела, отрезала и посмотрела, мне показалось как-то маленький очень, я решила сделать побольше, в случае чего потом отрезать. И правильно это сделала, потому что потом она обрабатывает распущенную нить, ну вот эту вот, утюжком для волос, у меня его нету, и я использовала свой парогенератор. И пряжа хлопковая, она садится прямо на глазах, когда проводишь паром. Ну, где-то на сантиметр, наверное, она точно села, ну, с каждой стороны. Поэтому просто вот, и вдруг, если вы захотите тоже делать макраме, имейте в виду, при обработке тепловой пряжа садится. Но вообще это изделие не надо стирать, я очень рада, что я фактически вчера вечером доделала, и сегодня уже у меня готовая работа. Слушайте, ну мне очень-очень понравилось, как я сказала, в видео 90 дней до Нового года мы будем с вами украшать лестничную клетку, не лестничную клетку, в общем, лестницу, не саму лестницу, а вот эту вот стены, потому что это, наверное, да, последнее остается, что я никак не могу придумать, как там украсить, и вот в следующем проекте мы будем с вами это делать. Ну, я надеюсь, вам понравилась моя работа, вы, может быть, даже за нее проголосуете. А это получается все, да? Все в игре вязания на выбывание, 4-й сезон. И в конце, наверное, я бы хотела поблагодарить всех участников, девочек. Спасибо вам огромное. Это, знаете, не было никаких интриги расследования, да? Мы очень, мне кажется, дружной командой прошли через эту игру, поддерживали друг друга. В общем, все было очень классно. Я не говорю, что предыдущие были плохие, просто очень такое вдохновляющая была команда.
много новых участников. Я надеюсь, что вы открыли для себя в том числе новые каналы. Я благодарна тем людям, которые на меня подписались. Вы, наверное, перешли, да, с девочек тоже ко мне. Я надеюсь, что вам здесь понравится. Мы с вами еще встретимся в других видео. В общем, так было классно. Оль, спасибо тебе огромное за эту игру, за столько вдохновения. В третий сезон, да, я участвую, всегда вяжу себе аксессуары, которые я потом пользуюсь. А, наверное, для меня вот четвертый сезон, как это, ярок, неправильное слово. В общем, в этом сезоне, что для меня такого необычного, да, что все изделия, которые я связала, я хочу еще раз повторить, мне настолько все понравилось. И носки Интарсии мне... Я еще хочу сделать носки Интарсии, немножко с другой пяткой, но сама идея мне вообще просто Интарсия захватила сейчас. Шапка, мне очень понравилась шапка. Я даже в мастер-классе говорила, что я бы связала еще одну такую платочной вязкой, но у меня одна голова и пряжи нет. Ну, если только в подарок кому-нибудь, я бы тоже с удовольствием связала. Митинги — это вообще у меня будут на подарки моим знакомым, будем вязать в группе. И, конечно, макраме. Для меня это открытие. Это так интересно. Я обязательно буду еще делать макраме. Я бы, знаете, с удовольствием сделала еще кому-нибудь такой же дизайн. По глупости своей расчетливой я купила две бобинки ниток. Они в таких, ну, бобинках, да, продаются. А потратила меньше, чем одну. И у меня сейчас еще одна стоит. Вернуть я не могу ее, потому что надо, если возвращать, то обе. Так что, если вы в Калгари и вам надо вот такое, то, пожалуйста, пишите мне. Я думаю, что я даже с удовольствием сделаю. И хочу еще поблагодарить своего мужа, который вытерпел всю эту игру, поддерживал меня, играл с ребенком, чтобы у меня была возможность записать вам это видео. Ну и, конечно, вишенка на торте. У нас во вторник, понедельник, вторник и среду был снегопад, много очень снега вывалилось, а мне, как в сказке, 12 месяцев потребовалась палка. Выкопать из-под снега и найти где-нибудь. Ну, он... отважно пошел ее искать, и благодаря ему мы в том числе видим эту работу. В общем, спасибо всем за поддержку, за лайки, за ваши комментарии. Мы обязательно с вами уже очень-очень скоро увидимся. Я думаю, что в среду я выпущу видео об итогах.